Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня мы разберем схему, значит, подключения ротовертера, то есть определение мощности. Значит, ротовертер имеет мощность, допустим, 220 вольт переменного тока. Мы подключаем его через сеть. Мотор, который ведет генератор, крутит генератор, вот он. 225 ватт номинальная мощность. Дальше он передает эту мощность сюда, на вал. Здесь генератор имеет 550 ватт номинальную мощность. Что получается в итоге? Эта мощность прибавляется к этой мощности. В итоге мы на выходе видим 775 ватт. Но при этом надо проверять. Если напряжение упадет, то это уже не будет так. Надо будет считать, высчитывать по напряжению, так как мощность определяется по напряжению и по силе. То есть, определение мощности, значит, вы поняли. Если у вас здесь будет, допустим, 500 ватт, а здесь киловатт, значит, эти 500 передаются сюда. Вот. И получается, значит, 1,5 киловатта. Но это возможно только, если у мотора большие обороты. Иначе при малых оборотах инерции не будет, и эта мощность погасится при подключении нагрузки. Если будет здесь 3000 оборотов, то ничего не будет. Возможно, даже эта мощность будет меньше. Или равна, или меньше даже. То есть мощность определяется, значит, вот эта мощность, вот эта, передается на вал, а вал крутит генератор. То есть прибавляется мощность этого сюда, к нему, и плюс его мощность от выработки тока. Он вырабатывает ток посредством кручения, посредством, значит, возбуждения там электромагнита, вырабатывается ток. И на выход вот у нас 775 ватт. Это я мерил точно, совершенно точно. При максимальных оборотах, такая формула подходит при оборотах не меньше 15 тысяч до 17 тысяч в минуту. А если обороты больше, то возможно будет результат даже лучше, ибо инерция увеличивается. То есть полная мощность равна мощности мотора плюс номинальной мощности генератора, и получается на выходе 775 ватт. То есть мы имеем тройное увеличение в три раза. КПД равно 300. На этом сегодня заканчиваю передачу. Следующая передача будет попозже, будет показана сейчас. Ждем из Китая, ионисторы заказали на 500 фарад, 10 штук. Если не бракованные придут, значит, будем собирать эту схему и уже продемонстрируем, как говорится. А после этого уже можно будет кому надо, значит, получить. То есть я буду помогать, монтировать это все через интернет, буду высылать схемы. Вот. Схемы, описание, что взять, что как делать и все прочее. Тому, кому это будет нужно. А сегодня пока на этом заканчиваю. Можете собирать сами. Поняли систему. До свидания. До следующих встреч в эфире.